Привет, я Кристина Южнее, певица и сонграйтер. Сегодня я покажу вам новинку от Casio, Casio Tone CT-S1. Инструмент очень любопытный. Почему? Во-первых, он сделан в классическом дизайне, очень тактильный, потому что здесь тканью покрыт динамик, и хочется очень трогать много этот инструмент. Кнопок здесь по минимуму, потому что все регулируется в сочетании этих кнопок и клавиатуры. Клавиши матовые, тоже очень тактильные и приятные. CT-S1 — это облегченное пианино. И главный его тембр — это пианино. Здесь есть встроенный динамик, из которого звук, кстати, очень чистый и очень приятный. И пианино звучит очень реально. Помимо того, что здесь есть определенный стандартный тембр, есть еще несколько его модификаций. И с помощью вариаций тона мы можем их попробовать. И помимо пианино, здесь есть еще электропиано, орган, различные синты. В общем, интересная штука. С помощью зажатия кнопки Tone Variation мы можем просто выбрать себе тембр на всей клавиатуре. В общем, динамик достаточно чистый, и есть еще функция Surround. И на некоторых звуках, например, если в электропиано есть тремоло, получается такой стереоэффект. Вот, очень здорово звучит. Есть еще возможность подключить Bluetooth-адаптер, через который можно без проводов передавать, собственно, сюда какие-то минусовки и играть под них. Также здесь есть уже предзаписанные треки. Вдруг захочется поимпровизировать под Моцарта. Что по портативности? Самое важное, это пианино может работать и от адаптера, и от батареек. 6 пальчиковых всего лишь вам нужно, и вы просто можете играть где угодно, так как пианино не требует никакого подключения. Если пианино садится, оно будет вам всячески моргать и давать понять, что оно устало и ему нужна подзарядка. Здесь даже есть удобная ручка для того, чтобы его носить. Плюс здесь еще есть крепление под ремни. Оно очень легкое и приятное. К тому же со всеми фишками, чтобы его удобно было нести в руке. Есть важный момент. Можно подключить режим энергосбережения на случай забывчивости. Вот, и тогда пианино выключится автоматически. Но важно, если вы играете концерт, не забудьте его отключить. Модель представлена в белом, красном и черном цветах. Как видите, эти клавиши можно брать с собой куда угодно, и вы везде будете звездой вечеринки.